Вечер добрый, друзья. Человек заказал электрошприц. Я его назвал мастер, она действительно мастер. 2,2 литра, диаметр 60 миллиметров, длина 50 сантиметров. И каждый 1,1 литра. Вот это ручной вариант, который изначально делали. Она не предназначена для обогрева, вообще-то ручная, потому что здесь все идет как бы пластик. А это очень хороший, очень профессиональный. Вот. Она будет крепиться здесь на полу, на фанере, на что хотите. Это как бы ограничитель будет для него. Видно там? Вот это ограничитель, чтобы поршня не вылезла оттуда. А вот это его тормоз здесь. Его отпускаешь, затягиваешь, ну, лифт, скажем, медленно, или потуже затянул, потуже она отпускается вниз-вверх. Здесь ручка, чтобы руки не обожгли. Вот. Есть на эту тему несколько видео, как пробное литье, как там она работает, как она будет работать. Вот. Здесь она разделена на две части. Вот. Алюминий полностью, тут сальниками. Сальник отсюда не выходит. Это включен. Ну, она греется. Вот я поставил на 220. Вот она греется. И его вот так поднимать надо. Регулировать под себя. Под полную нагрузку силикона, чтобы она тяжесть выдержала. Вот это сальники закрывают, чтобы сюда не высрался. Она крепится в четырех местах. А вот этот из этих двух каналов выходит. Она смешивается вот здесь, вот эту часть только. Вот. И отсюда выходит два цвета. Это вам уже понятно всем. Я думаю, все увидели такие шприцы. Вот. Это не новинка, просто конструкция немножко другая. И здесь у меня она крепится винтами. Я не рекомендую, чтобы только на двух или там без этих. Можете и так делать, но для безопасности все равно вам придется ждать, пока вы залили один, второй раз играли. Залили второй цвет, и ему надо дать 5-10 минут, чтобы температура здесь выровнялся. Ну вот здесь показывает 210 градусов внутри. Датчик, то есть датчик стоит внутри колбами. Вот здесь где-то датчик стоит. И обмотан обогревателем. Поэтому она очень быстро нагревает, датчик внутри контура, и она вот буквально 3-5 минут уже 220. Надо его разогреть где-то в таких температурах, потом силикон горячий свой залили, второй цвет залили, дали там минут 3-5 отстоять, она выравнивается. То есть, чтобы в обоих колбах у вас была одинаковая температура, чтобы, как бы, я так понимаю, одна холодная, другая горячая. Она пожиже, чем эта. И может где-то что-то немножко смешение быть. Другого выхода, чтобы было смешение, тут нету. Тут и вот это алюминий сделан. Вот. И поршня внутри алюминиевая. И поршня алюминиевая. То есть я начал делать сначала. Как она? Капролон, она не выдержит, пластик не выдержит. Даже второпласт не стал пробовать. Подумал, вот градус высокий, надо сразу алюминий поставить. Вот я сделал его из алюминия. Они будут алюминиевые. Значит, тут регулируется вот 221. Все, дошло? Тут регулируется сами, сколько надо. Я говорю, надо где-то разогреть, чтобы была температура хорошая. И потом силикон, чтобы не остыло там. Вот показываю.
температуру. Вот 30 у меня. Ну, тут 25 показывает, 26. Чем выше, где-то оно должно быть и больше. Ну, то есть, очень-очень тепленький. Вот, вот 28 моя рука, 21-22 здесь. То есть, не гореть. Если что, долго работать и, допустим, нагрелся ручки, их можно кожей обмотать, тряпкой обмотать. Чем хотите, но она не нагреется. Термодатчик вот этот, я поставил двухметровую, его можно поставить на полу, на столе, под столом, где удобно. Я просто сейчас положил на этом. Я сказал, что это ограничитель высоты. Сейчас объясню, что это. Вот закончили, она... Если туго, вот этот борт немножко отпускаете на свое усмотрение, оно легко. То есть вот этот зазор остается. Вот этот зазор. Вот, чтоб, вот это зашли туда. Ну, уже сами вот затянете, поднимете и там и фиксируете. То есть это минимальная высота. Если вам надо поршня скидывать отсюда, отпускаете нижний, его отпускаете вниз, поршня выходит наружу. Поршня вышли сюда, сальник поменять или что-то там. Я не знаю, что понадобится. Но сальники долго будут держаться. Значит, в комплекте положу комплект сальников. И здесь идет металлическая резьба. Наружная, она на резьбе здесь сидит, на этом пластике. Значит, и внутри резьба, чтобы винты затянулись. Винты шестерка. Хотите, поменяете под болт и гайку, хотите шуруповертом. Я его делаю шуруповертом. Вот она отсюда заходит, 2 цвета выходит. Вот. Все равно залили 2 цвета, подняли, залили и собираете. Все равно тут торопиться некуда. У вас есть минут 5-10, пока вы выровняете температуру, так скажу. То есть без этого, то может быть и будет, я не говорю, что это обязаловка. Но лучше, когда температура у всех одинакова. Вот. Затянули, все на свои места. Это не на место. Тут здесь направляющее, что попало в это отверстие. Вот. Ну, справа-слева значения не имеет. Она и так там отверстие есть. И вот так и работаете. То есть, тут диаметр пятерки или шестерки, я не помню. Ну, вот как бы аппарат все готов. Значит, в комплекте с ним пойдет, как сказал, сальники, запасные эти гаечки. Вот. И сейчас покажу остальное, что будет в комплекте. Сняли, приподняли, залили, собрали, поставили. В комплекте положу, ну... Это еще не готово, сделаю или его, она маленькая, сальник не растягивается, наверное, побольше трубу возьму. Шприц такой положу, чтобы его остатки выкачать отсюда, чтобы не ждать, пока она там остынет, чтобы потом снять. Да, ну в конце можете, если закончили работу. А так, остаток выкачали, выдавили куда-нибудь этим шприцом. Вот. Она может быть побольше диаметром возьму, есть у меня трубки такие, сделаю. И тут самое главное, мешалка будет. В комплекте будет мешалка. Она будет две мешалки, в каждой гильзе по одной. То есть вся температура поднимается вверх. Здесь потеплее, чем внизу. Вот они, мешалки.
Вот она. Такая штука. Так. Раз сальником. Вот и два сальника. Две мешалки. В каждой по одной положу вот такую штуку. Значит, когда греете силикон, чтобы она была равномерна, его можно вот так просто руками вверх-вниз вытащить. Сальник не даст высираться, может что-то и вылезет отсюда, не знаю. Или можно его шуруповертом просто прокрутить. Ну, мне кажется, ничего страшного не будет, если так вручную, так лучше будет. Вот так подняли, опустили несколько раз. А в этом шприце даже просто холодный силикон разогрел. Просто залил сюда, не гретый, холодный силикон, и дали ему разогреться. Но там ошибку допустил, поставил 180, и оно очень долго грелся. Здесь надо регулировать. Изначально поставить побольше, смотреть на ваш силикон, во сколько она греется, сколько вы его разогрели, залить сюда. Ну и по ходу перемешали. Надо крышку закрыть, чтобы она не остыла, потому что диаметр большой, и она будет это... быстро остывать. Ну вот, вот она 100, 112, 117, 100, 110. Вот. То есть его надо сначала разогреть. Немножко разогреть, залейте силикон свой там, разогреть, там 160-180, не знаю кто как. И уже будете здесь один-два раза попробуйте. Это все зависит от вашего пластизола. От того, как вы сначала разогрели, потому что здесь показывают 220, там фактически 110. Надо...